такая парочка тростников. Они молоденькие, где-то там полтора с копейками года. Была вот у них первая кладка, три птенца, но что-то пошло не так. Не знаю, как бы что. Решил их продать. Только гульд буду держать. Они просыпаются рано там. Гульды где-то в 6, эти уже там в 5 тут орут. В общем, решил это продать. Они не старые. Брал у разных людей. Вот сложившаяся пара. Едят полностью здоровые, все нормально. Сюда посажу гульдиков лучше. Вот их можно сажать на гнездо. Не знаю, вот, сколько прошло там где-то. Недели две или три, как вот они. Ну, вот такие вот вообще. Шустренький.